В пятницу около часа дня на въезде в Ильичевск возле поста ГАИ произошло столкновение двух автомобилей – грузового и легкового. Виновником аварии оказался водитель фуры. Водитель автомобиля МАН не выполнил требования дорожного знака направления движения по полосам, произвел правый поворот из полосы, которая предназначена для движения только прямо. В результате чего совершил столкновение с автомобилем Nissan Премьера, который двигался в прямом направлении. После удара легковой автомобиль водителю фуры чудом удалось удержать управление грузовиком. Вывернув влево, избежать столкновения с легковушками, стоявшими справа на перекрестке, а затем, перелетев через кювет, остановиться далеко за пределами проезжей части, при этом не сбив ни одного столба. Еще одним чудом было то, что водители столкнувшихся автомобилей не пострадали. На водителя грузового автомобиля составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Все материалы по ДТП будут направлены по месту жительства водителя.